Сильно на провода не лезь. Накануне не поздним, еще вечерком, в цыганском поселке на юго-западе Екатеринбурга вспыхнул синим пламенем старенький деревянный домишко. Про такие говорят: натуральная избушка-развалюшка. Только не бабка Ёшкина и не на курьих ножках. Полуотселенная с квартирантами на улице Айвазовского. В избе и на дымном подворье не только провода оказались под напряжением. Огнеборцы чудом успели вытащить из жуткого пламени газовый баллон. Краска на нем успела обгореть, и он злобно шипел, оказавшись в снегу в зоне пламенной недосягаемости. Ты подлепил! Пожарные поначалу пытались сыскать на дымном подворье, как сквозь землю провалившихся квартирантов. Знаешь квартирантов-то, нет? Нет, вообще не знаю. Я только что По свидетельству одного из очевидцев, а людей на пожарище собралось с полуулицы, квартиранты те, как только пламя опалило дом, сели в машину и куда-то уехали. А кто ходил-то? Русские, не русские? Не русские. Много их было, нет? 2-3 человека точно было. Женский голос слышал. А так их регулярно здесь видели, нет? Вот, давай! Было. А так регулярно, но... По словам соседа Жеки, эти полдома выкупил застройщик. Здесь полдома отселено. Вот как раз там, где пожар начался. Там типа атома какая-то. Ну типа застройщик или кто, я не знаю, выкупили. И вот они издавали не русских. Хозяин второй половинки дома, похоже, этот самый седовласый мужчина, судя по всему, сюда наведывался нечасто. И с подселенцами с другой половины дома он был незнаком. А квартиранты кто были? А я не знаю, кто здесь. Здесь меняются как... Старенький Range Rover, хозяин подгоревшего подворья почему-то называл его крузаком. Правда, уточнял, что автомобиль этот не его, а его знакомого, который попросил его оставить на подворье. Так вот, внедорожник тот добрые соседи успели выкатить со двора. Пока огнеборцы с приставной лесенки тушили пылающий чердак и крышу, пламя вспыхнуло возле дома за забором. Едкий дым необычной раскраски, черно-золотистый в свете угасающего солнца, окутал мраком всю округу. С высоты птичьего полета дымный шлейф казался особенно зловещим. По прибытию к месту вызова Айвазовского 40 было обнаружено, что открытым пламенем горит частный жилой дом и надворные постройки на площади 80 квадратных метров. На тушение пожара было подано 3 ствола Б, 1 ствол СВД. На данный момент ликвидация открытого горения. Пожалуй, до пожара, а с ним огнеборцы продолжали биться и в вечерних сумерках, битых 3 часа к ряду. Было неясно, кто же из соседей кому завидует. Старенькие частные домишки, с виду совершенно чахлые, в чем душа держится на улице Айвазовского, пока не попали в проект скорого и масштабного расселения. Зато их соседи уже вовсю торгуются с застройщиком, готовым выкупить их дома под снос. Часть цыганского поселка, частный сектор на юго-западе города, большой, плотно заселенный земельный клин от Московской до Амуцина по параллели и от Щерса до Росковой в меридианном измерении в ближайшие годы будет стерт с лица земли. Пару месяцев назад хозяева изб и коттеджей в этой зоне на публичных слушаниях дружно проголосовали за отселение с выкупом. В декабре региональный Минстрой утвердил проект перестройки части цыганского поселка. Впрочем, не все урбанисты были в восторге от грядущих перемен и многоэтажной застройки этого самого района. Кое-кто из них уверял, что здесь будет нарушен и без того хрупкий экобаланс. К тому же новый жилой комплекс «Московский квартал» с домами-скворечниками до 32-этажности, с большой школой, с 2 детскими садиками, а также торговым центром перережет важную дорожную артерию. Пока проезжую по улице Циолковского. И в этом месте начнется транспортный коллапс. А еще говорят, нет дыма без огня. Хотя, скорее всего, вчерашний пожар в избе на Айвазовского не тот случай. Эксперты объяснили бы, что никакой причинно-следственной связи здесь явно не прослеживается.